Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу туфли из Китая. Итак, начнем. Туфли выглядят вот так. Что это за материал? Он очень похож на какую-то змеиную, крокодилию, в общем, очень мелкую кожу какого-то животного. На самом деле, конечно, никто не пострадал при их изготовлении, но смотрятся они очень-очень стильно и красиво. Внутри очень хороший материал, скорее всего, это кожа. Так что нога в них будет себя комфортно чувствовать и не будет сильно потеть. Подошва тут полиуретановая, достаточно толстая, хорошо прошитая, поэтому порвутся тоже они очень вряд ли или очень не скоро, то есть относите долго. Шнурки тут тоже необычные, они не похожи на обычную ткань, что-то типа лозы на вид, по крайней мере. Мне они очень понравились их именно формой. Форма носка, она не очень широкая, не очень узкая, такая классическая. Ну и цвет, синие туфли. Ну, не самый популярный, но стильный очень. Фирму я даже вам не прочитаю, но какая-то известная в неких кругах фирма. В общем, туфли смотрятся, конечно, отлично. Я покажу вам фотографию, в которых они на человеке. Все, спасибо, подписывайтесь на мой канал. Следующие обзоры не за горами.